Всем привет! Сегодня мы посмотрим лабораторию моего подписчика Максима. Для начала этого видео поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Лаборатория сама тут. Лаборатору. Теперь я узнал, как по-английски будет лаборатория. Как это открыть? Хорошо, вот еще. Ну, так прикольно еще открывается. Так, все, все открывается. О, звуки были бы, наверное, какой-нибудь звук бы поставил, да? Пип-пип. Куда тут идти? Я почему-то в стекло пошел, а не в проход. Я подумал, что проход это стекло, а стекло это проход. Все, я внутри. Тоже. А где кнопка? Я не вижу, чтобы тут кнопка была. Она вот, вот эти вот синие штучки, это кнопка. А, я это не видел. Под наклоном. Стекло. Вот такие лепки. Данкер. Как, ну, эту комнату я не обустроила, а вот дальше уже идут комнаты, которые обустроили. Но дверь у тебя прикольно сделана, такую иллюзию создает красивого открытия. А почему тут две кнопки? А одна свет включает, одна дверь. А, ну пошли дальше. Вот. Ну, эту комнату не обустроена, вот дальше уже идут обустроенные комнаты. Мы спускаемся или поднимаемся? О. Мы опускаемся. Вот коридорчик. Меня куда? Надо лифт наверх вернуть. Давай. Ну все. А как лифт вызвать теперь? Не знаю. А, мы, получается, внизу застряли, нам уже больше не выйти. Но здесь уже покрасивее, да? Бумажки есть. Вот эту часть я потому что уже обустроил более-менее. А где ты тут кнопку поставил? Я не увидел. Секрет. Где? Кнопка. Вот. Тут, короче, такие вот штучки. А вот это вот клеточка. Можно съесть конфетку, сделать бак, и ты туда можешь помещаться как питомец. Питомец в клетке. Теперь бак со стульчиком, и ты туда поместишься. А-а-а! Я теперь твой питомец! Я не хочу быть в клетке! Вытащите меня! Я тебя освобожу. Спасибо! Ну пошли, я что ли таким маленьким буду? Не знаю. Ну ладно. Давай вниз. Камера. Угу. Хорошо видно. А это уже другое. Сейчас я тебе покажу. Здесь там. Это, короче, жилое помещение. А, тут есть кровать. Угу. Пульт, кстати. О, тут спать можно. Впервые постройка, которую ты не спишь, прямо смотришь, а вот так, какую-то сторону. Ага. Вот тут вот есть лампочка рабочая. А часы работают? К сожалению, нет. Вот тут вот уже комната с камерами видеонаблюдения. То есть можно тут сесть на стульчик, нажимать кнопки, и ты а будешь чекать камеру. А что это такое? Ты Зега нарисовал? Да. Художник вообще хороший. Но он у меня некрасиво получился, ну ладно. Так, камеры. Тут еще есть поршни, что они делают? А это чтобы дверь открывать и закрывать, вот это все. Так, Z, X. Походи куда-нибудь, я за тобой буду наблюдать. Я тебя видел. Вижу по камере. Движешься, еще одной камере. Ты пропал с камер. Где он? Вон он. Стоит. Там секретный проход. Ага. Я иду. Как это я не заметил здесь такие блики? Ой. Поппи. Тут Поппи? Да. Ну, а что ты мне про это не рассказал место? Ну вот, я тебе показал. А это что за зеленая штука такая? А это, не знаю, просто. А куда будет. Она ведет? Это как провод, чтобы туда попасть. Вот сюда вот можно попасть к Поппи. И тут сидеть с ним. Не опасно это? А это уже спроси у него. Ну ладно. А как ты оттуда выберешься? Не знаю. Ладно, жди, пока Поппи оживет, и тебя съест. Теперь у нас обоих съест. Напишите в комментариях, что бы вы сделали в такой ситуации. А вот, кстати, еще свет есть, да. Ну, с Поппи прикольно, да? Так. Угу. Такая секретная комнатка. А, здесь мы уже были. Да, лаборатория на этом кончается. Это висячие, это то, что, да, тут невидимый блок, да? Да, это как будто пар от кофе. Я думаю, это чай. Так, тут больше секреток нету, что ли? Нет, к сожалению. Здесь есть проход. Да, я знаю, я хочу тут лифт сделать, и потом еще комнаты ниже, но я не знаю. Коллизию отключи, я туда зайду. Не советую. Давай.
Он сзади, подойди. Я сам упал. Ну ладно, я тогда за тобой прыгну. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.